Всем здорово, с вами ZeroZipox, и сегодня мы вновь поиграем в хоррор, который называется SCP Containment Breach, версия 1.3.1. Скоро, кстати, обещали выпустить версию 1.3.2, но пока еще не выпустили, так скажем. Сейчас я записываю утром, сейчас скажу точно, в 9.13. Так уж вышло, что мне попозже, и вот появилось свободное время, и для вас я решил записать следующую часть. А, кстати, мне писали насчет разрешения экрана. Да, я сейчас какое-то время поживу у одного человека, так скажем, и поэтому разрешение экрана будет пока таким. Да, так не очень вышло, так скажем. Ну, может, скоро я заеду домой и заберу этот экран сюда. Не знаю, посмотрим. Если вы мне не верите, то что у меня нормальное разрешение на самом деле, то посмотрите просто предыдущие прохождения, там все хорошо. Ну, в целом это не так важно на самом деле. Главное SCP, главное хоррорность, так скажем. А что, разрешение это так, пустяк. Да, приходится мне его растягивать, на самом деле у меня экран квадратный, зато на нем герц побольше, так скажем. Ну, зато разрешение не очень, да. В предыдущей серии нас очень попугали только в конце жестко. Причем и дед, и 173-й, это вообще зашибись было, так скажем. Вот. А сегодня мы должны пройти первую локацию и уже начать действие во второй, ну, в третьей серии. Чтобы третья серия у нас была сразу со второй локации, медлить не будем. Я немножко побегал, поискал, поразбирался, и оказывается, нужно что-то сделать, чтобы пройти это во вторую зону. Карточки недостаточно. Вот. Так. Я не знаю, куда нам сейчас идти. По-моему, вперед. Не знаю, зачем я еще раз сохранился. Сейчас отлагает, все нормально будет. Даже вот так сделаем. Вот. Ой. Кстати, какая-то новая местность, не? Так, кстати, гамму можно потемней. Чтобы было как-то поатмосферней. Мне еще писали звук погромче сделать, хорошо. Сделаем погромче. О. Так, можно потише. Даже вот. Вот. На одном уровне. Вот. Теперь все будет зашибись. Так, это у нас иллюзии. Мы в той стороне иллюзии, так скажем, были. Сейчас нам сюда. Я всегда моргаю, потому что там может стоять 173-й в начале. Я очень долго уже в эту игру знаю. Играю, точнее. Вау. Так, это у нас что? Это у нас, по-моему, новый объект. Или просто новая комната. Вот только какая. Не использовать камеры, не использовать фотоаппараты. Видимо, здесь надо что-то сделать, чтобы... Я прошел-то, ну там, следующую локацию. Здесь, кстати, очень интересный объект. Так, мы карточку выложим. Короче, когда кликаешь на этот объект, у тебя рандомные вещи появляются. Знаете, я... Ладно. Боюсь. Оставаться. Ой. Это что такое? Move 3 ticket. Смотрите, я что-то выбил из этого объекта. А, опять же, ссылка будет в описании. Я оставлю... Какой номер? 1162. Вы обязательно про него почитайте подробно. Вау. Что это я сделал?
Видимо, быстро кликать нельзя. Простите, я пропишу пока что. Хотя ладно, не буду. Я просто перезагружусь. Так, может у меня аптечка есть? Нет, аптечки у меня нет. Так, давайте тогда я лучше перезагружусь. Нет, мы сохраняться не будем. Так, мы продолжаем. Так, мы железка выбили, нет. Так, отлично, мы выбили вот эту штучку. Не знаю, зачем она. Мы сохранимся. Да, блядь, опять. Ну-ка, интересно, себя угробить можно? Что за документы? Да, наверное, все-таки можно себя угробить. Но мы выбили вообще-то железка. И выбили какой-то ключ. Там был. Опасный объект. Ну, я просто не знаю. Там и ключ какой-то выпал. Опять мне больно. Себя так убью, наверное. Вот. Потерянный ключ. Наверное, все-таки нам придется воспользоваться аптечкой. Если она меня не полечит, я, пожалуй, использую читы. К сожалению. Да, нифига не полечит. Простите, пожалуйста, но это все-таки мой первый раз. Возможно, когда будет версия 1.3.2, мы начнем все заново. А пока мы будем все изучать. Мы нашли какой-то потерянный ключ. И чё? Возможно, этот ключ открыл проход наконец-таки. Я не знаю. Мелодия. Есть смысл туда идти? Ну, я не знаю. Давайте сходим, что ли. Может, что-то есть новое. Нет, нового абсолютно ничего. К сожалению, пришлось использоваться читами. Но мы эту игру пока что смотрим. Возможно, это прохождение разделено на две части. Первая — это изучение, а вторая — это полное прохождение. Вау, что за красота. Так, это у нас череп, да. Череп мы помним. Если его взять, нам будет каюк. Так что нам сюда пока не надо. Ну ладно, я так и быть покажу. Может, кто не видел, может, кто-то новичок еще. Давайте покажу. Вот, короче, если мы его возьмем, мы сдохнем. Понятно, да? Вот. Отлично. Офигенный объект. Кстати, какой у него класс? Безопасный? О, это игра, наверное. Так. Я не знаю, может, действительно дверь теперь... Да. А, вот это вот мишка. Этот мишка. Сейчас покажу, что он делает. Это мишка-строитель. В том прохождении мы тоже его встречали, но только в доброй форме. А этот убивает за удар. О, кстати, я прошел мимо него. Если мы... Нет. Сейчас мы сдохнем уже. Господа, я снова с вами. И, в общем... Тут такая ситуация случилась, и случайно нажал сохранить, но мне там надо было отойти, и пришлось это прописать код. Но дело-то, знаете, в чем? Если мы пройдем его насквозь, мы потом сдохнем, понимаете? Вот, он, кстати, опять появился, его там не было какое-то время. Вот. Так что с этим медведем будьте аккуратнее. Давайте проверим, кстати. Этот ключ открыл нам этот проход или нет? Нет еще. Значит, нам надо что-то сделать. Тут написано SCP-008. Если кто не помнит, это вирус. Это вирус. И надо было закрыть крышку там,
чтобы этот вирус не распространялся. Видимо, теперь это надо сделать обязательно, но насколько я помню, вирус вроде во второй локации, но видимо сейчас будет в первой. Угу, это что у нас вообще? Ой, это склады, кстати. Давайте возьмем рацию. Кстати, еще одна аптечка нам не помешает. Вот, кстати, что будет, если я нажму сюда? А, это просто. Понятно. Ой, кстати, это документница. Так, еще даже одна аптечка. Сюда можно карточку сложить. Даже вот это можно сложить. Давайте покурим немножко. В честь того, то, что мы склад нашли. Так, ну, выбора не остается. Пойдем крокодилам, так скажем. У них будет не очень просто. И вообще у них может вылететь игра, насколько я помню. Но пока что не улетает. Вот. Главное их разглядеть сначала. Так, я их не вижу. Черт тебя подери. Дед пришел. Если кто не помнит, это объект SCP-106, и какого хуя он появился здесь? Так, черт твою мать. Дорогуша, надо как-то его обмануть. И у меня куда-то пропала моя газовая маска. А, я все там оставил. Ладно. Побегаем от деда. Ёб твою мать. Кажись, он нас зажал. Пизда нам, короче, потому что там Мишка, он нас не пропустит. Ну давайте попробуем его обмануть. Мне вот интересно, он дойдет до сюда? О, мы его опять победили, красавца. Ой, идет уже. Если кто не помнит, он повторяет голоса своих жертв. Я не помню, какой у него номер. Честно, не помню. То, что вот у нас газовая маска пропала, это вообще... Ёб твою мать. Ёпта, блядь. Ой, я дернулся, но не закричал. Что это произошло? Я не понял, от чего я умер. Так. Я ни хера не понял. Ну ладно. Кстати, если мы туда пойдем, мы тоже свалимся. Так, мне надо было свернуть куда-то. Блять, страшная тварь. Он реально очень криповый.
Он, кстати, за два удара убивает. Мы прошли, кажись. А это что? Ёпта, блядь, еще один, что ли? Не понял. Их что, эту локацию, что ли, изменили? Ой, твою мать. Вот эта серия, а? Я не знаю, что я нажал. Ой, что-то вообще эту локацию изменили. Еще один, блядь. Куда? Где выход? Ой, это выход. Охуеть, блядь. Вот эта локация стала. Посмотрите мое предыдущее прохождение. Я там тоже эту локацию показывал. Но она вообще была другой. Классно. Чего? Это не лифт, что ли? Или я что-то еще не нажал? Хреново. Да, походу серия затянется, но что поделать? Я не понимаю, что я не сделал еще. Ой, там еще одна кнопочка. Супер. Ты че не опускаешься? Не сюда, что ли? Твою ж налево. Что за сложная локация? Вот это твою мать, а? Вот это твою мать. Нахуя ее усложнили? Она без того была не сложной. У меня почему-то там рычаг не опускался. Уй, блядь. Так, я не понял. Что-то не то. Ой! Что делать? Непонятно. Баг какой-то сработал, видимо. Ой.
Что за дела? Не могу нормально загрузиться. Постоянно куда-то проваливаюсь, блин. Да вообще не знаю, что происходит. Ну опускайся ты. Ну ты не хочешь опускаться? Так. Мне это надоело. Тут что-то не то происходит. Что здесь за дверью? Ничего, да? Почему там рычаг у меня вообще не опускался ни в какую? Я вообще не знаю, что делать. Видимо, эта локация стала непроходимой. Хотя раньше через нее можно было пройти и попасть во второй уровень. Не второй, точнее, а вторую часть первого уровня. Я не знаю, почему у меня рычаг не опускался. Давайте пролетим. Может, я где-то еще что-то пропустил. Нет, я его опустил. Тогда что за проблемы? Почему я не могу выбраться? Лол! Так, какие-то у нас приколы происходят в этой серии. То лифты не работают, то еще что-то. Но это SCP. Он всегда был таким. Вот, мы прошли. Я показал, как эту проходить локацию. Мы так-то ее прошли честно поначалу, но почему-то у нас лифт не срабатывал. Вот. Так что на меня не орайте. Фу, читер и т.д. Блять. Так что, если кто-то ко мне какие-то претензии будет высказывать, я зарежу, честно. Ладно. Хорошо. Вот, кстати, добрая часть этого мишки-строителя. Так. Да, я что-то еще не выполнил. Не знаю. На самом деле, там, видимо, надо было один из рычагов нажать и просто съебаться. А то, что у меня газовой маски нету, это хреново. Это компьютер, не пугайтесь. Этот выход, наверное, также будет недоступен. Надо нам что-то сделать. 173-й. Нету. Ой, как я устал от этих лабиринтов. Я здесь уже был. Опять дед. Второй раз он нас преследует, но у тебя ничего не получится, дед. Я знаю, как с тобой бороться. Так, тут у нас выход, да? Так, опять я от него сбежал. Но нам надо что-то тут сделать, потому что я везде побывал. Ну просто везде. Ой. Так, давайте подумаем. Сюда. Здесь я был? Нет, здесь я не был. Хорошо. Какая сложная локация стала, когда не знаешь, что делать. Слышите звук? О! Это что у нас? Это у нас эти...
Выключатели свет. Ой, блядь, это вообще что? Чё? Чё это за хуйня сейчас происходит? Что это за хуйня происходит? Пиздец! Это доктор? Лол. Кек. Чумной доктор. Если кто не помнит, SCP-049 вроде. Чё ты тут забыл, скажи мне? Ой! Мы, кажись, выполнили квест, но нам как-то надо съебаться. Так, давайте подумаем, как нам съебаться. Сука! Сука, это вообще... Это вообще что за хуйня? Откуда ты тут взялся, тварь? Я знаю, что ты хочешь меня убить. И превратить в зомби. Пошел нахуй. Пожалуйста, пошел нахуй. Мы, кажись, выполнили тот квест. И нам вроде сюда. Давай. Просто пиздец происходит какой-то. Да! Сейчас мы должны пройти. Есть! Победа! Прошли первую локацию. Охуенно, блядь. Просто охуенно. Блин, я обожаю эту игру. Она такой интересной стала. Просто заебись, а. Ну что ж, с вами был ZeroZipOks. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Обязательно оценивайте видео, заценивайте другие ролики т.д. и т.п. А мы с вами сегодня сделали огромную работу. Во-первых, я разобрался, что надо делать, чтобы пройти сюда. Вот. И, конечно, нам пришлось в каких-то местах читами попользоваться. Ну, игра пока еще разрабатывается, так что ничего страшного. Вот. Такие вот дела. Ну что ж, всем удачи, всем пока. До новых видео.